Может ли курица высидеть гусиное яйцо? Таким вопросом задался ученик 4 класса 17-й школы Якутска Айсен Егоров. Ответ на вопрос стал главной темой доклада, который он готовил для научно-практической конференции. Как и многие дети, на лето он приехал к бабушке в деревню. Прошлым летом Айсен купил утиные яйца и попробовал подложить курице несушки. Но, к сожалению, утята не смогли вылупиться. Изучив свои ошибки, он написал доклад и занял первое место в научно-практической конференции. А в этом году Айсен вновь попытался подложить гусиные яйца, и на днях из трех яиц удачно вылупился маленький гусенок Пик. Некоторых птиц можно кормить хлебом, но их нельзя кормить хлебом. Мы их кормим отрубами, насекомыми, и еще он пищит утром, и от этого я просыпаюсь и кормлю его каждое утро. И оказывается, я здесь первый. Кто вылупил гусенка. Они еще, оказывается, умеют плавать. Однажды мы их отпустили в водичку, потом они плавали, а потом он нырнул, а мы испугались, а потом вынырнул, глазки торчком, и еще я думаю над тем, чтобы вырастить диких птиц как-нибудь.